и говорит, где тут Панин? Ёлки-палки, Панин, Мандельштам, это вообще это самое. Небо и земля, где противоположный Панин, полюсы. Я Мандельштам. Нет, ну ты был Мандельштам. У него в Артории, правильно? Да, правильно, да. Но Ефим Арицкий, который близкий друг Дворецкого, он всегда приглашал Мандельштама в свою лабораторию, поскольку они снимали плазменные спектры, которые напоминали Мандельштаму спектры того, что он